Ну что, продолжим. Сейчас ради спортивного интереса возьмем медный притир с пастой 0.25.0. А потом будем уже играться. Либо вверх, либо вниз. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Так. У нас тут 22.5 должно выйти. 22. Так, паста. Попробуем. Так, ну что, погнали. Сейчас у нас риска в эту сторону смотрит. Мы будем от кончика носа к пяточке прогонять. Будем смотреть результат. Так, принцип понятен. Работу тут делать очень надолго, но по времени. О! Носик зацепил. Нельзя отвлекаться. И вещи на камеру не делай, потому что сосредотачиваться надо в работе. Так, ну все, я сейчас погнал работать. Результат увидим потом под микроскопом.
Так, посмотрели под микроскопом. Что-то совсем ничего не понятно там. Там риска и у 3.2 осталась возле подвода. Здесь, смотрите, вот так вот подвод. Вот, будем смотреть. Отсюда так вот риска, я там остановил кадр. Отсюда риска идет 3.2, а отсюда риска идет от пасты алмазной. Ну, не хочет алмазная паста работать. Как она работает, но верх убрала, как бы сказать, вершинки. Вот работает 3.2. Ну и все, я остановилась и говорит, дальше я работать не буду. Буду только полировать. Так, ладненько. Мы эту пасту сейчас уберем, а возьмем на смену ей 1.0. Не, 0.5.0. 0.5.0, да. 0.5.0. Возьмем. Сейчас же на этот же брусок. На этот же брусок. Медно-оловянный сейчас. Попробуем, как будет работать сейчас. 5.0, 1.0. Если что, попробуем. Если ничего не будет устраивать. Потом поднимемся на 2. На 2 и 1 повысим. Одним бруском. В принципе, до 3.2 можно поднять. У меня 2 бруска медно-оловянных притира чистые. На тех я могу уже работать. Два, один и один. Ноль, в принципе. Так что ничего страшного в этом нету. Спортивный интерес, как говорится, вам показать. Уже поработаю от пятки к носику. Так, я буду работать. Потом, когда уже отработаю, возможно, даже поработаю один раз пастой, потом второй раз пастой. Посвежее. Ух ты! Тут эффект получше, я вам хочу сказать. От 0.5.0. Даже визуально сейчас я смотрю. Визуально красиво идет. Ну ладно, не будем забегать наперед. Вот, я отработаю, покажу под микроскопом. Все тогда. Посмотрели работу
паста 1:0. И видим, что еще риски остались от эльбора. Ну да, от эльбора 3:2. Глубокие риски. И вот пасте уже все равно тяжело убирать. Вот, значит, берем алмазную пасту 3:2 после эльбора 3:2 и начинаем работать на понижение уже тогда. Тогда идет 2:1, 1:0. Тогда будет интенсивно убирать. А так в основном тут режек видно, не? Вот так вот режек. Вот эта вот часть, вот она. Вот это вот, возле пяточки. Вот эта часть. Вот это риски там глубокие. Так, ну я еще чуть-чуть поработаю 1:0 пастой. Посмотрю, как. Это я уже третий раз намазываю. Если нет, то я намажу 2:1 и 2:1 еще попробую. Как будет убирать риски. Так, ну что, посмотрели результат. Вот. Для чего это было сделано, суть всего этого, показать вам, что одним притиром нельзя обойтись. Вот. Одним притиром не добьемся полировки. Потому что у меня все время спрашивают и покупают либо один медный притир, один чугунный притир, один притир из гетинакса. Вот. Для чего вот это все было сделано и задумано, что одним притиром мы не перекроем всю работу полировки. Либо брать три, либо не брать вообще ничего. Как говорится, не морочить себе голову. Вот. Потому что одним притиром ничего не добьемся мы. И в притирке все зависит от качества абразива. Тоже очень много. Вот видим, что вот риски там появилась какая-то риска оторванная, непонятно. Какая-то такая с закорлючкой на РК. Непонятно, откуда она. Так. 1:0. Теперь 2:1 попробуем. 2:1. На этом же притире. Все эти ролики, это все сугубо для вас. Оценивайте, думайте, смотрите. Эти все эксперименты, спортивный этот весь интерес. Так, 2:1, да? Да, 2:1.
еще стара. Паста ей уже с 14 года. Вот этикетка 14 года. Вот. Какого года она еще туда была залитая? Это тоже вот вопрос. Сейчас немножко раскиснет. Так, ну что, поехали. Один ноль больше маскирует риску, вот 3-2. Получается, само зерно попадает в канавку и начинает маскировать его, но не убирать. Клинок буду мыть всего этого. Снять мешает поворачивать. Когда сильно точилку Вот уже посмотрели под микроскопом, уже можно видеть результат, как работает паста 2-1 на медно-оловянной связке. Че? Тьфу, ё-моё, уже заговариваю, спритир медно-оловянный.
Вот, если бы отработал бы 3-2 и потом уже 2-1, работа гораздо быстрее продвинулась. Но хотелось бы для вас показать результаты. Так, ну что, продолжаем дальше. Оказывается, то мазня была. Я думал, то паразитные риски. Насчет тряпочки как? Сейчас посмотрим. Где-то у меня тут. О! Такая тряпочка с резиночкой. Как бы слабовато, да, агрессия? Ну, вроде бы и есть, но не такая. Так вот. Так, ну что, еще чуть-чуть поработаю медным притиром с алмазной пастой 2-1. Ну и в принципе все. Будем заканчивать. Будем слаживать ножик до кучки. Скручивать. Так. В мусорку свеженькую зубочисточку. Так, ну, в принципе, процесс тот же самый. Сейчас я еще поработаю, потом покажу опять же под микроскопом. Ну и будем закругляться. Результат мы поняли, да? 3-2 брусок и пошли 3-2 притир. Потом 2-0 чи 2-1 притир. Ну и там уже по желанию 1-0 притир. Без одного притира, с одним притиром ничего мы не сделаем. Фу-фу-фу-фу. Так, ладно, погнал я сам за камерой.
Все, на этом этапе все. Сейчас у нас получается финиш. Алмаз, притир, медно-оловянный. И алмаз 2/1. Чик. И уже стругает. Чик. Уже обрезал. Так, получится приблизить у меня, да? Так, сейчас попробую, не знаю. Никогда так ничего не делал. Срезал его. Еще волосочек был бы ровненький. Уже срезал его. Сейчас посмотрим под микроскопом еще. Срезал. Срезает. Балуемся так. Опа. Опа. Уже срезал его. Сейчас покажу еще эти. Его отламывает. Надо. Иначе волос пересушенный. За это. То, что получается, нас срезает его. Как бы волосинка была такая ровная, она бы как бы плыла по РК. А так. Его срезает все. Тяжело так подловить его. Опа. Ладно, все это. Финиш. Алмаз 2/1 на медном притире. Попробуем. Состругивает и срезает его. Состругивает и срезает. Так.
Так срезает мгновенно. Мы перевернем. Упирается в этот жемчуг. Тут длинные волосы. Я с этим волосом пробовал, но у меня не получается. То ли волос не поддается. Ладно, это все было в стол. Так, закончил работу. Здесь у нас алмаз. Алмазная паста 2:1. Притир медно-оловянный. Так. Что там хоть видно, что? Еще результат надо посмотреть под микроскопом. А, она уже срезана. Я пытаюсь ее срезать. Волос неровный, вьется и тяжело словить. О. И срезает его. Не видно, да? Хотя уже улетел куда-то. Стругает, но уже срезал. Уже срезала. Ну тут угол 22,5. Так, хорошо, да? 22,5. Ролик отснял, склею, покажу весь процесс. В губку застреет в нижнюю. Нить. Так что более чем достаточно. Так. Так, ну что, будем складывать его до кучи, скручивать. Готовится к следующему. То ли волос не подходит. Одна волосинка тык и срезает. Сразу тык и срезает. Некоторая волосинка начинает
этот стружку загонять. А? Некоторые дровыняка. Чик, срезала все. Ладно, все это было 100. На этом все. Так, посмотрели результат под микроскопом. Посмотрели рез. Да. Там помимо этого ролика там еще кусочки такие будут. Я для группы выкидывал, то буду вставлять их в одно целое видео. Уже. Это у нас сейчас 2/1, а у нас на медно-оловянной тянем на медном притире, сори, уже заработался уже. Я потом еще складу нож, скручу до кучи, потом еще порежем бумажечки уже. Так, ну, на этом все.
И что, собираем его до кучки. Так, следующий. Берем пока. Так, все собрал, заточил. К зеркалу не стремился. Вот так вот. Так вышло. Так.
Сейчас, подожди, на коже сейчас пару раз пройдусь. Так, ладно, рез бумажечки это такое. На этом все. Так, еще хотел рез тряпочки. Где тут у меня? Опа. Такая вот резинка есть. Нормально. Достаточно. Все. На этом все. Всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Напомню, тут 22,5 на сторону. Притир медный с пастой алмазной. 2/1. Все, всем пока.